Глава Одинцовского округа Андрей Иванов совместно с главным врачом Андреем Фадеевым проверил работу красной зоны в инфекционном отделении Одинцовской областной больницы. Здесь развернуто 130 коек для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, из них 6 реанимационных. На лечении находится 95 человек, рассказал глава муниципалитета. Напомним, первые пациенты с заболеванием COVID-19 начали поступать в инфекционное отделение Одинцовской областной больницы 7 апреля.